болельщики и количество зрителей постепенно увеличивается. Не может не радовать моменту Динамо. Шайба свистит. Отбиваются молодечинцы. Неплохая атака, неплохая смена получилась у Локомотива. Но вот еще одна обрезка. Вот еще один момент у Лука. Нет, не бросает. Продолжается матч Локомотива и Динамо. Еще одна атака. Еще одна атака Коршанцев. Буйко. Сольный проход. Буйко. Пас на дальнюю. Плохой фазон. Получается Чубуков с шайбой. Пас еще один на Буйко на Игнатова. Но вот Игнатов только сейчас. И вновь та тройка. И вновь та тройка Локомотива, которая, в принципе, по ходу периода. Неплохо получается. Чубуков выводит Лука вперед. Классный пас. Но здесь Киселев бессилен. Классная шайба Максима Чубукова. Но здесь Буйко. Буйко за воротами поборолся и сам сделал передачу. Кстати, отмечаем действие Буйко. Он за воротами обокрал игрока Динамо Молодечно. Он сделал передачу на Чубукова, но Чубуков все-таки не промахивается. Здесь за зону ничего не смог сделать Буйко, не сумел нейтрализовать. Буйко вперед. Петров. Киселев! Ух ты! И у нас небольшая потасовка, у нас уже эмоции в концовке первого периода. Локомотив и Динамо Молодечно, какие хорошие, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, заглядываю, читаю, есть интересные мысли. Неплохо, есть вход зона, это Буйко, это вновь Буйко, смещение Буйко. Вот такой вопрос тоже не будет, потому что скамейка дальняя, ребята свою смену переиграли, я думаю, что сейчас, да, вот как раз... Многие менялись, еще один момент у Лука, бросок, нет, броска. Не просто так показывают борозну. А, вот этот момент был у борозны, как же здорово сыграл Левацкий. В прыжке вот таком вот просто выбил шайбу из-под крюка клюшки борозны. Там уже готов был разрывать сетку за воротами Киселева, да, очень плотный, очень нервный, мне кажется, матч. Алексеев, вообще непонятно, как дела дальше будет развиваться. Момент у Лука, есть бросок Киселев. Киселев спасает Динамо. Игнатов, пас на Буйко, выход одного может получиться. Буйко, вот такая передача, бросок, и нет шайбы. А вот как раз повтор, а вот и повтор, передача на Буйко, и вот такой бросок Чубукова, перекладина, понятно. Перекладина спасла в том моменте. Хорошая передача, Богдан Зазон, еще один перевод, бросок с колена Степана, Буда. Перекуда на ближнюю штангу. Бросок есть, Киселев. Киселев убил. Голкипер такого уровня ближний угол полностью контролирует. Еще из момента Лока. Бросок с неудобной. Мимо Рошейба идет. Крейн. На партнера Клавдиев. Мог Клавдиев пропустить на Синельникова. Еще одна такая Локомотива. Будет ли бросок здесь? Будет передача. Момент у Лока. И есть бросок. Киселев спасает дважды, возможно, и трижды. С прессом как раз Александр Полищук говорил о том, что были моменты, но не удалось их реализовать. То сегодня с Локомотивом моментов тех нет вообще. То есть здесь, в принципе, сетовать-то и не на что. Ну и вот повтор того эпизода, который Игнатов. Игнатов, ответ на плечо, Буйко получил, Буйко, Лакросов, Буйко, да, это было, засчитаем. Сейчас сделал еще 2-0, еще и Лакрос подарил, можно было бы, в принципе, гол Буйко за 2 засчитать. За 2 шайбы, пас на Брожич. Проблема у Петрова, на льду находится защитник Локомотива, там довольно жесткий силовой прием был, поэтому прилетело Петрову, но хочется верить, что с Петровым будет все в порядке. Пока появляется медицинский... А Копытин, ух ты, Копытин, здесь Петров, конечно, товарил очень жестко. А Копытин, кстати, самый полезный игрок Динамо Молодечно, плюс 3 показатель полезный. Доходит до Буровцева, Никулин, и вот она атака. Вернее, контратака Динамо Молодечно, неплохой фон зона, еще один пас, и есть бросок Степанов. Степанов здорово играет, не дает отскок Степанов, и здесь Никулину. Никулина со всех сторон пихают, будет ли драка? Будет ли драка Никулина и Пухловского? Возможно, такие моменты, даже драка нас умеет как-то встряхнуть Динамо Молодечно. Классный бросок поцелуйка. Там поехал дорабатывать Никулин, поэтому вот сразу три игрока, почти от всех прилетело Никулину. Локомотиву. Хорошо, вход в зону, момент у Лока, еще один! Какой же пас! Классная передача, и есть бросок, это блок, продолжает Локомотив атаковать, еще один бросок с бэкхенда. Попытка былины, но... Последняя минута второго периода. Пока это 20-минутка без голов. Еще один момент! 2-0, вот это бросок. Вот это попадает сейчас Кондратенко. Плюс 2 шайбы Локомотива. Ну вот по графику шайбы за период. Идет команда игры.
сейчас посмотрим. Но почему-то все расступились. Просто все расступились перед Кондратенко. Дали время, дали возможность поднять голову, посмотреть на владение Матвея Киселева. И настроил прицел, и ровно туда шайб отправляет. 17-20. Играть, будет ли бросок? Да, есть попытка. Киселев! И добавление! Добавление проводить в ворот Киселева. Счет 2-0, это счет скользкий. То есть две шайбы вполне можно отыграть. Тем более момент молодечно. Пас еще один. Потому что проблема Алексеева. Ну и вот передача Крейна. И клюшкой. Клюшкой сыграл Степанов. О, если... Хороший вход зона, хороший вход зона. Получается у Локомотива. Будет ли бросок, будет передача. Ну и вот момент еще один. Да, шайба сейчас не оказывается. Все-таки ворот Киселева. Но было опасно, было опасно! Третья шайба, 3-0 в пользу Локомотива. 3-0 в пользу Локомотива. Вопрос, кто сейчас добавляет, и опять... Динамо молодечный, давайте еще раз смотреть. Мне кажется, что забрасывает Игнатов. Игнатов увеличивает преимущество, классная передача в коньки. Но вот потом разбирается Игнатов просто прекрасно, еще 3-0. Счет 3-0, и это вторая шайба в этом сезоне Битара Экстралиги для Игнатова. Плюс 3 для Локомотива, еще более прочное преимущество команды Игоря Жилинского. Вопрос, как забыли на пятаке Игнатова? Это точно позиционная ошибка, то есть с пятака. Ух ты! Ух ты! А что же произошло там? Просто разбивают нос. Просто разбит полностью нос у хоккеиста Динамо Молодечно. С эпизода давайте, что же здесь произошло? Да, вообще непонятно, силовой прием был, и, возможно, с нападающим Динамо там очень серьезно прилетело в нос Ревацкому, поэтому была кровь, и еще один момент у Локомотива, есть бросок Киселев, добавление еще одно, Киселев. Айда Матвей Киселев сейчас спасает Динамо от четвертого, шайбу в среднюю зону отправил, Каракулька, включил Каракулька, но вот момент у Динамо, Каракулька, нет. Здесь, конечно, очень четко, очень грамотно, Степанов, Степанов не... Это же Магер, Магер, хорошо, причем Магера есть вход зоны Локомотива, будет ли бросок на замахе, бросок Киселев, добавление еще одно, Матвей Киселев. Матвей Киселев, очередной Тарасевич, но вот здесь нужно чуть быстрее шайба расставаться, Тарасевич, Ревацкий, Ревацкий, вновь Ревацкому достается. Бедняга Ревацкий в этом третьем периоде, в нос попали, плюс сейчас в коробку угодил Ревацкий, вновь Динамо Молодечно, и здесь видим просто вот кровь на джерси, плюс сейчас Ревацкий не может подняться, и да, проблема у Ревацкого. Проблема у Ревацкого, очень неприятный момент, давайте сейчас посмотрим. Ух ты, да, неприятный момент, прилетело сзади Ревацкому. Поэтому вновь желаем здоровья нападающему Динамо Молодечно, потому что и так матч 0-3, ничего Ревацкий не получается. Ревацкий с помощью врача Динамо Молодечно, Антонова покидает лед, реально здоровья больно, и он отправляется на скамейку. Поэтому я думаю, что все-таки рисковать здоровьем Ревацкого сегодня нет никакого смысла. Нужно отправлять Ревацкого уже в раздевалку. Клавдиев, Клавдиев, тысяча Клавдиева через борт, но здесь Кондратенко. Здесь Кондратенко, еще момент, 4-0, 4-0, пользу Локомотива, это точно жирная точка. И забрасывает Чебуков, забрасывает Чебуков. Вот если бы... Да, можно не говорить. Можно не говорить, какая-то тройка. Чебуков поставляет клюшку и пробивает Матвея Киселева. Статистику голкиперу Молодечно сегодня шансы точно подпортили. Шикарный пас. Шикарный пас получился у Игнатова. То есть сегодня у Игнатова... Пас еще на Буйнича, Буйнич. А здесь Синельников, Синельников, бросок Синельникова, нет добавления, пока Динамо, еще момент, отбивается, отбивается Локомотив. Пас еще на Буйнича, Буйнич. А здесь Синельников, Синельников, бросок Синельникова, нет добавления, пока Динамо, еще момент, отбивается, отбивается Локомотив. Буквально 5 секунд играть, еще один бросок, и все. Звучит сирена, которая фиксирует победу аршанского Локомотива со счетом 4-1. Команда Игоря Жилинского обыгрывает Динамо Молодечно. Первый шатаут в этом сезоне для Сергея Степанова. Сухая победа Локомотива. И вот эта серия, которая была Молодечно. Два последних матча в Урше оставались именно за командой Александра Куличка. Сейчас эта серия прерывается, потому что Локомотив набирает...